Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Темный мир второй Дисгайя. Сегодня на повестке дня у нас 11 глава, которая происходит в башне Шинры. И это будет, пожалуй, самый длинный эпизод, потому что здесь аж 7 уровней. Ну и начнем с первого. Итак, здесь нужно пройти битву, не получая урона. Ну, в общем-то, звучит не слишком-то сложно. И, в принципе, так оно и есть. Ну, допустим, ладно. Не то, что нужно, но сойдет. Так, теперь я хочу сделать следующим образом. Чтобы можно было туда забраться, собственно говоря. Нет, не так надо сделать. Так, сойдет. И, по идее, мы не получали урона и прошли уровень. Правильно? Да, все правильно. И вот темный мир здесь достаточно интересен. Да. Потому что здесь находится маджин. Очень сильный маджин. Но, с другой стороны, он нам не опасен, потому что здесь он нам урона не наносит. На зеленой панели мы войти не можем. Понятно, почему. Там новый трейд инвенсибилити, да. Но, по большому счету, это в таком случае все, что нам нужно сделать, это разобраться с маджином. Что может быть весьма проблематично. А следующее, что у нас нет, не, что у нас no range attack, да. А народ у нас находится вот здесь. Что же, это значит, что мы должны временно посторониться, чтобы Маджин не прибил нашу мелочь. Надеюсь, что Арендрот переживет его удар. Да, вполне. Ну и в принципе ничего особенного у солнышка здесь нет против нас, так что все нормально. GG. Однако это всего лишь первый уровень, дорогие зрители. Впереди еще 6. Да. Итак. Шинра Тауэр. Второй уровень. Для того, чтобы открыть врата в темный мир в этом уровне, вам необходимо пройти этот уровень, не уничтожая геосимволы или геопанели. Что, в принципе, несложно. Ну, серьезно, в этом нет ничего сложного. О, там Сайленс, черт. И вуаля! Готово! И врата в темноте открываются, и, конечно, берем туда прямо сейчас.
И да, здесь все несколько интереснее, потому что у врагов enemy boost в 12 раз. И encroach при этом. А по солнышку уничтожение базовой панели на третий ход. Восхитительно, я считаю. Но ничего нерешаемого здесь, разумеется, нет. Не считая того, что можно промахнуться, но это опять же меньше из проблем, как по мне. Не, не страшно. Слишком слабенько. Вот как бить надо. Окей, это было несложно. Едем дальше. Итак, здесь нужно нанести 1000 урона за один удар, что в принципе несложно. Наверное, вот так. Да, так будет лучше. Хочу сразу избавиться от престов, чтобы они не маячили. А по солнышку, кстати, что? Ау. Ну, по крайней мере, нет ревайва. И да, где-то на 10-й ход, да, она уничтожает базовую панель, но это типа такое себе. Не то чтобы это большая проблема. В большом счету, это действительно не такая уж и сложная битва. В чем-то муторная, но несложная. Oh. Ну ладно, подождем, не страшно. Такие мне, конечно, уровни кажутся несколько скучноватыми, и это, в принципе, справедливо, потому что, ну, здесь действительно нет ничего особо интересного, по большому счету. Некоторые уровни Темного мира ничем особо не отличаются, но вот есть парочка еще, которые найдут чем взбесить. Опять же, скорее всего, своей искусственной сложностью и ненужной продолжительностью, но это уже, как бы говорится, не наша забота. А тех, кто пытается делать такой левел дизайн. Ну ладно, не суть важно. Стоп, не сюда. Вот сюда. Четвертый уровень Шинра Тауэр. И здесь нам нужно зачистить уровень не более чем 3 персонажами. Так что Дювали здесь, к сожалению, будет не у делу. Не то чтобы это было большой проблемой, но тем не менее.
Отлично, это сработало. Теперь здесь я хочу избавиться от тебя. А здесь от тебя. Или от обеих можно избавиться сразу. Ой, как хорошо, прекрасно. Изумительно. По поводу геосимволов. Интересно, для чего они здесь? Давайте посмотрим. Оу, крэп! Это выглядит весьма неприятно, должен заметить. Но типа понятно, что мы должны сделать с ними. Якобы мы должны их забросить их вон туда вот, чтобы их там убило, но... мы так делать не будем. Но у нас есть таймер на 8 ходов, да. Проблема ли это для нас? Да не сказал бы. Не сказал бы, что это большая проблема. Ну да, урона, конечно, они впитывают очень много с их ширмых уровней. Но ничего невозможного здесь нет. Да. Ну ладно, по крайней мере, ты у нас справишься с ним самостоятельно. Без проблем. Эу! Эу! Ладно, мы живем. А нам спасибо. Фух. Окей. 4 уровня позади, впереди еще 3. Не так уже много. Итак, здесь нужно зачистить уровень, не используя особо обилки. Неприятно, потому что несколько задержит нас, но в остальном не критично. Я даже никуда больше никого двигать не буду. Нам и так норм. И давайте сразу возьмем в бир, почему бы и нет. Солнце было явно недовольно, что мы прошли этот уровень. No lifting, invincibility, crash base panel. О, да, я помню этот уровень, чертовски неприятный. И долгий, потому что вот он неприятен тем, что он долгий. Но я могу сказать, что невозможный. Просто придется погеморроиться. Собственно, ключ к победе здесь достаточно прост. Вы должны просто... забросить вот эти вот геосимволы на панели вот к этим магам, потому что они будут сидеть на этих панелях очень долгое время. Ну, просто все время они будут там сидеть, потому что у них там инвинсибилити, и они не хотят туда уходить. Но в остальном они больше ничего опасного не делают. То есть они просто будут сидеть здесь, пока они не умрут от дэмэдж 20%. Это вполне себе терпимо, откровенно говоря. Стоп. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Отлично. Дальше будет несколько проще. Собственно говоря, с двумя магами, можно сказать, уже разобрались. Осталось еще двое. И с ними все то же самое.
Промахнулся, черт. Ладно, не страшно. Серьезно, еще краш? Понятно. Опять цикл пошел. Ладно, я понял тебя, игра. Я тебя понял. Все нормально. Все нормально. Это было несложно. И это тоже было несложно. Отлично. Ну и все, теперь ждем, пока они сами убьются на этих панелях. Это займет некоторое время, конечно, но тем не менее. Осталось просто ждать. Я сами отошел подальше, чтобы они не били меня своими заклинаниями. Не потому что я боюсь умереть, а потому что мне не хочется, чтобы эта анимация проигрывалась вновь и вновь. Это же был уровень закончился побыстрее, знаете ли. Что ж, еще два уровня осталось всего-то. Да. Итак, здесь нам нужно зачистить уровень, не получив урона. Что, в принципе, опять же, не слишком-то сложно. Но некоторые проблемы на этом уровне, разумеется, есть. Да. Вы должны его помнить. Я здесь сильно тупил, потому что там было два геосимвола неуязвимости. Плюс варп. Это было весьма неприятно, откровенно говоря. Но сейчас у нас не должно возникнуть проблем. Подняли символ. И еще раз подняли символ. И теперь вы, дамочки, можете спокойно расправиться с этой напастью. А дальше все просто. Оп. Оп. И осталось только разобраться вот с этими ребятами. Что будет несложно, как можете понять. Это был несложный уровень. Для открытия имеется в виду. А вот насколько сложно будет уровень темного мира, давайте узнаем. И все? Просто 4 прини? Я, видимо, чего-то не знаю в этой жизни. Ну ладно. Окей. Ну что же, последний уровень. Последний уровень этой главы. Не этой серии, соответственно. И здесь все очень неприятно, потому что мне нужно защитить этот уровень, используя только башенные атаки. Опять. Да, это опять случилось, дорогие зрители. И я этому несказанно рад, в скобочках. Нет. Ни разу я этому не рад. Вы должны помнить этот уровень, здесь был Лохарл. Да. Тот самый уровень.
Ну давай, дружок, иди сюда. Молодечек. Только это все равно стало далековато. Ну ладно, не страшно. Что же нас ждет в конце? Башня Шинры. Темной башни Шинры. Вау, звучит уже неприятно, однако. Но насколько все плохо... Достаточно неприятно, должен заметить. Суть в чем? Мы не можем попасть к нему, мы не можем его пробить, потому что он неуязвим, что логично. Значит, с ним надо что-то как-то делать. Вопрос, что и как. И в этом нам поможет Адель. С его Тайгер Чарджем. Он сбивает сюда, отсюда, точнее, геосимвол неуязвимости. А дальше нужно будет сбить вот этот вот символ. Но есть маленькая проблема. Адель может не пережить это дело, если он решит атаковать. Он решил не атаковать. Молодец. Далее делаем Тайгер Чардж вот сюда. И геосимвол уничтожается. По идее бы, да? Но нет, 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 нет. Что-то пошло не так. В принципе, я даже знаю, что. Ну, с другой стороны... С другой стороны... А, ну да, мне все ничего не дает, получается. Я, кажется, что-то сделал не так, да? А что я сделал не так? А, то есть у меня теперь на красных no entry. Упс. И у меня здесь счетчик на game over, правильно? Да. Ага, я туда тупо не могу теперь попасть. Классно. А почему оно не сработало, интересно? А двигаться... Ну-ка, ну-ка. Да, я не могу теперь двигаться здесь. Упс. Это пошло немножко не по плану. Сейчас сделаем рестарт. Не страшно. Так, попытка номер два. Давайте посмотрим, что мы уже сделали не так в прошлый раз. А, я понял, что я сделал не так. Я с порядком напутал. Ну да. Я напутал с порядком. Какой я молодец. Теперь все должно быть правильно. Потому что теперь здесь нету неуязвимости. И мы можем сделать следующим образом. И вот теперь все уничтожается. Да, вот теперь все работает так, как надо. Отлично. К сожалению, Адель у нас погиб смертью храбрых. Но на раз другого выбора не было. Но эту жертву я готов принять, как говорится. Да. Но, тем не менее, вот так проходит этот уровень. Да. Я допустил какую-то ошибку вначале, но теперь все было правильно. Экзодус. Мне тоже это было очень нужно. Но, тем не менее, на этом заканчивается прохождение 11 главы Темного мира, дорогие зрители. А дальше нас ждет 12-я предпоследняя, которая будет не очень длинной, но очень муторной. А почему? Скоро узнаете. В следующей серии, дорогие зрители. Увидимся.